В Краснодаре установилась солнечная и теплая погода, и всем хочется быть неотразимыми. Если в выборе новой одежды большинство из нас может справиться без какой-либо помощи, то с прической придется поломать голову. Чтобы этого не произошло, отправляйтесь в Экспоград Юг. В эти дни там проходит фестиваль индустрии красоты «Южное созвездие». Вам расскажут и покажут, как правильно сделать макияж, какая прическа подойдет вашему типу лица. Если вы в сфере красоты много лет, то не упустите шанс там же посетить выставку парфюмерной косметики, косметической продукции, оборудования и аксессуаров, и побывать на мастер-классах, конференциях и обучающих семинарах. Участвовать необходимо. Это одна из возможностей повысить свою квалификацию, профессиональный уровень. Соответственно, любой мастер, если варится в своей каше и знает только свой уровень, никогда не сможет выйти на другой. Чемпионат России по педикюру, а также открытый городской конкурс по парикмахерскому искусству в рамках фестиваля уже завершились. За звание лучшего мастера боролись свыше 70 участников в 19 номинациях. И, конечно же, у каждого свой метод работы и желание победить. Участвую в номинации «Гала-прическа» и «Свадебная номинация». Ну, конечно же, это рассчитываю на успех. И, конечно же, это еще один шаг к чему-то большему. Для того, чтобы стать победителем, нужно слышать своих коллег и, конечно же, трудиться днем и ночью. По результатам городского чемпионата определили лучшего парикмахера. Им стала мастер из Краснодара Аревик Сарксян. Она завоевала 8 первых мест из 19 номинаций. Награждена кубками и ценными подарками, а главное, теперь будет защищать честь столицы Кубани на российском конкурсе красоты.